25 лет помощи и содействия матерям. Общероссийская организация «Комитет солдатских матерей России» в Нарьян-Маре отмечает 25-летие. Общественная организация оказывает помощь призывникам, военнослужащим и членам их семей, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. На протяжении многих лет общество консультирует призывников и их родителей и проводит информационно-правовые занятия в учебных заведениях. Члены организации непременно входят в состав призывных комиссий и следят за соблюдением законности призыва. Общероссийская общественная организация «Комитет солдатских матерей России» была создана в апреле 1989 года. Идея защиты призывников и действующих солдат назрела довольно давно и в конце 80-х годов была сформулирована и получила очертания общественного движения солдатских матерей. Более 20 лет мы с вами работаем в этом важном для общества направлении. Каждый из нас, кто сегодня работает в этом движении, имеет свою определенную судьбу и одинаково высокую гражданскую позицию. Слова признательности и благодарности прозвучали и от губернатора Игоря Кошина. Он также вручил медали к 25-летию Союза родителей военнослужащих России, грамоты и цветы. Что должно было чувствовать материнское сердце, которое вырастило своего сына и отправить куда-то? И очень здорово, что вы 25 лет назад уже, получается, по сути, да, не просто читали газеты и сводки там с боевых действий, а вы объединились и всей стране показали, что есть матери Ненецкого автономного округа, которые за своих сыновей, как сказала Вера Сергеевна, наши сыновья должны служить нашей армии, да. Сегодня по всей России действует более 50 региональных отделений этой, без сомнения, жизненно важной организации. Она давно заслужила всестороннее признание, заслуженный авторитет и уважение. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».